было поручение службам и оперативным, и службе общественной безопасности, это участковым. На данном этапе мы идет анализ и сбор информации, и мы предпринимем все меры для того, чтобы, вот я к гражданам официально обращаюсь, там, где будет информация, хотел бы нас к нам отнестись с пониманием, там, где у нас будет информация, я не исключаю, что она не всегда будет достоверной, но чтобы нормально отнестись к тому, что мы, возможно, нам придется это вылиться в подворовой обход, чтобы установить эти фермы. Но у нас другого выхода просто нет. Вчера были проведены мероприятия в Гудаутском районе, в Гагарском районе, а также по городу Сухум, в ходе чего было выявлено и изъято порядка 130 единиц. Есть еще сведения по другим направлениям. Эту работу мы продолжим. Мы будем работать в том же режиме.